Всем привет, с вами Кривуля Андрей Чарли. На своем канале я рассказываю о 3D груминге, записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее, разжевывая все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за $1, который дает доступ к закрытому Discord-чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Данное видео выходит благодаря компании Поинт, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Ephere. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где вы можете задать все волнующие вас вопросы по Ornatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и, конечно же, форум. Если вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CGTrader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока.
Так, буквально вчера узнал такой момент, что, ну, во-первых, я осознал одну ошибку свою, которую допустил, когда делал клампы. Это в Generate Strand Data нужно было сгенерировать уникальные клампы, то есть уникальные группы для этой части. То есть суть заключалась в том, что нужно было вводить их. А я сейчас покажу, что нужно делать, чтобы вы не допускали такую ошибку. То есть, когда вы назначаете Generate Strand Data для каких-то конкретных групп, ну, вот здесь, да, выбираете там Strand Groups, потом Say Expression и получаете эти группы из клампов. Ну, допустим, Open Expression Editor, и мы получаем SC Clamp IDs. Clamp IDs 2, да? Сейчас я назначу один guys, чтобы было понятно. Вот, SC Clamp IDs 2, apply. Но сейчас они, скорее всего, их не будет. Да, тут не сработает эта тема сейчас. В общем, не сработает. Вот. Они должны быть уникальными. То есть желательно их делать уникальными. Понятно, что сейчас я там нарушу, не буду этого делать уже. Уникальность заключается в том, что вы задаете здесь значение useTargetValueRange и, допустим, пишете от 1200 до, там, допустим, до 1500. Вот. Ну, или больше. То есть, какие-то большие значения, там, до 3000, например. Чтобы распределение было нормальное и группы были уникальные. Я не делал этого. В итоге... Из-за того, что BakedHair, это как раз я вчера узнал у Марселя, в Isolation, когда мы делаем hide, то есть вот эта часть, она уже считается уникальной, а то, что скрыто, те группы не учитываются. То есть это скрытые волосы. Учитываются группы только в Edit Guides. Но, к сожалению, пока в Edit Guides с производительностью проблема именно в выделении большого количества волос. То есть, когда я... Зачем я хайдю вообще здесь с помощью Isolation? Для того, чтобы в Edit Guide все работало нормально. То есть, выделение, которое вот даже... Видите, оно сейчас даже чуть-чуть думает. То есть, чтобы выделить все волосы даже сейчас, вот оно немножко думает. И это при том, что здесь 19724 стренда. Если их 100 тысяч, ну, полное, да, то Ornatrix задумывается. Это пока проблема производительности именно в мае. И в Максе такого нет. Поэтому решение одно. Если вы не хотите допускать ошибок, то когда вы скрыли все части, во-первых, для клампов генерируем уникальные группы с помощью этой опции, а во-вторых, если вдруг вы делаете выделение какого-то пучка, ну, например, вот сейчас я выделю, там, допустим, Strand Groups, Use Strand Groups и Select By Group. Выделил какой-то пучок. Точнее, часть их, да? Сейчас. Вот, например, 2712. Обязательно не используйте Assigning Queue, потому что уникальность будет считаться только в этом случае. Остальные волосы, как я и сказал, не будут учитываться, поэтому эта группа будет не уникальна. Но я думаю, вы уже замечали в этом, в предыдущих стримах, то, что я чистил группу, то есть выделяю какой-то пучок здесь, а он выделяется где-то здесь. Это из-за того, что я не, ну, уникальности нет. Поэтому нужно учитывать эти правила. Вот. И как это исправить в данном случае? Ну, в данном случае я могу сейчас по сути создать Clamp IDs. То есть вот учесть эти моменты. Так, что можно сделать? Как это исправить в данном случае? Даже нужно выделить эти группы. Ну, вот эти вот. Тут хотя клампа не будет. Вот это все выделить. Есть еще одна ошибка, которая вот нулевая группа не выделяется с помощью Select By Group.
Поэтому нужно вот это все выделить сейчас и сгенерировать новые группы для этих клампов. Тогда будет логичнее. И сейчас я это сделаю. То есть сделаю delete, edit guides, сделаю generate strand data delete. В edit guides, который здесь, выделю. Так, во-первых, я скрою вот эту часть. Она не нужна. Hide. То, что вы делаете в edit guides с помощью hide, оно учитывается. То есть, если вы скрываете волосы в edit guides, что сейчас пока невозможно, я попросил уже кнопку isolation здесь, тогда все группы учитываются. То, что скрывается в BakedHair с помощью hide, не учитывается. Вот, поэтому можно здесь скрывать. И суть в том, что мне сейчас нужно сделать, это я помню, что здесь клампов нет, если clamp ID. Хотя можно попробовать. Давайте я сначала попробую то, что там. Сейчас я все-таки попробую. Ornatrix, generate strand data, Ornatrix, edit guides. Generate strand data. Мы выбираем strand groups, say expression. Пока не трогаем это, чтобы понять, что происходит. SC, clamp, ID. Проверим просто. Ага, не генерируется. Clamp NDS. Вот. Вот. Эти группы есть, но нам нужно здесь получить те клампы, которые новые. А, значит, мы можем попробовать сделать так. SC, clamp ADS 2. А, здесь нельзя так. А, стоп. А если... Ну, я не мастер, конечно, в этих математических штуках. Я знаю, что, по сути, по-моему, нельзя делать несколько клампов получать. Поэтому решение только одно. Вот это, что там, а, внутри. Сейчас я найду просто нужную группу. Вот, нам нужны клампы DS2, а то, что вот, нулевая группа, нужно это все учесть. То есть, короче, вот этот пучок надо выделить и инвертировать, и на те группы назначить. Значит, что мы делаем? Мы выделяем конкретный этот пучок. Вот он, да? Только с помощью... Блин, сейчас. С помощью select by group. Вот, вот так выделяем. Если что, там я потом поправлю. О, здесь есть нюанс, видите? Значит так. Выделяем этот пучок, select by group снимаем, снимаем здесь выделение. Ну, то есть я показываю, как решать данный вопрос в конкретном случае. Вот, это все дело тоже, блин, сейчас, вот так вот. А, тут еще, ладно. А это все мы скрываем. Hide, да. Также скрываем это дело, hide, и скрываем это дело. Там где-то группы еще выделились. Здесь обязательно в этой части, вот, делаем hide. Все, у нас есть конкретно какая-то часть. Мы ее выделяем. Вот так вот. Select by group только. Здесь сформировались группы. Их выделяем и загоняем в... Делаем unhide. Сейчас я проверю свою теорию. Generate strand data генерирует только clamp IDs для этих групп. Вот. Все, все группы сохранились. Ну, вроде там есть нулевые, конечно, какие-то. И здесь есть нулевые. Это мы исправим. А суть в том, что теперь use target value. Здесь задаем, допустим, 1200, это 100% таких групп нет, до 1600. Не знаю, конечно, сколько там, ну, допустим, до 5000 пусть будет лучше, или до 3000. Главное запомнить, что вот от 1200 до 3000 мы уже не будем трогать. Какие-то, стоп, до 4000. Оп, работает, до 5000. Прекрасно. Значит, до 4000.
Главное, чтобы какие-то группы... 3000 не работает. 3500. Все-таки 4000 идеально подошло. Вот, назначилось. Вот, какие-то группы здесь будут. Те, которые, ну, скорее всего, вот это все, это нулевая группа, мы это исправим. Делаем, переходим в Edit Guides и пробуем выделить то, что, ну, такое не цветное. Сейчас Select by Group. Я просто хочу проверить. Скорее всего, это нулевая группа. Нет, это 1200. Вот, что мы сейчас делаем? Ctrl-Shift-I. Hide. У нас есть вот есть пучки, которые с одной группой. Они не уникальны. Нужно сделать их уникальными. Для этого каждый выделяем. Помня, что там 4000, значит, берем 5000. 5001, 5002, 5003 и так далее. То есть берем, в Select by Group выключаем и выделяем каждый пучок. Но это из-за того, что есть нюансы в Ornatrix, которые надо исправлять. Вот, так, пускай будет 5001. Напоминаю, что assigning queue не будет работать здесь, потому что когда у вас будут повторяющиеся группы, причем вот пучок вот такой вот, его назначить 5002. Ну, я хайдить буду, чтобы не сбивало вот это все, хайд. Так, теперь сюда, что у нас тут? 5003. Hide. Интересно. 5004. Ой, 5004. Sign. Вот у нас остались тут. Рандом здесь не сработает, потому что клампы неизвестны. Ну, эти группы, я думаю, понимаете, да? Здесь только вручную. 5005. Вот это пусть будет 5006. То есть делаем уникальные пучки, которые не получилось сделать. 5007. Ой. А, ну да, все правильно. А вот. 5007. Хайд. И если нужно будет, потом их дорисуем, там 5008. Ювелирная работа, конечно. Так, хайд. 5009. Хайд. 5010. Я не комментирую уже здесь. Как я и говорил, у нового workflow есть нюансы, которые нужно дорабатывать.
Но мне он нравится, поэтому я с ним работаю. У вас же есть... Ну, он гораздо быстрее того, что предыдущий, там, с гидами обычными. Да, я думаю, вы это видите. Есть нюансы, конечно, с которыми сталкиваешься, возможно, если не учитываешь какие-то правила. Но все же этот workflow крут, и мне он нравится. Потому что так проще контролировать всякие пересечения и так далее. По сути, я могу не заморачиваться, назначить сюда 5000 раз-два. Все, если понадобится, потом переназначу. Делаем unhide. И еще вот проверяем, тут есть еще беленькие группы. Ну, а как же ж? Меня не смущают вот эти белые. Причем, не, они уникальные, просто цвет одинаковый. Да, они уникальные, так что, я думаю, проблем не будет здесь дальше. Вот, а теперь делаем unhide всего, ну, чтобы сделать потом коллапс. И что делаем дальше, смотрим. Да, тут, конечно, ну, разберемся. Так, а, нет, там оно показывает то, что BakedHair, но не выйдет гайдс. Короче, смотрите, делаем вот, collapse up to here. Бум. Еще один нюанс, о котором я хочу рассказать, ну, который пока стоит учитывать. Перед тем, как делать attach roots, а его обязательно делать, вам нужно в Hair Shape, в viewport, выключать вот это. Потому что иначе оно там тормозит. Вот, потом делать 1%. Ground Close Sense снимаем, Attach Roots. Потом возвращаемся в Hair Shape. Вот оно тут задумалось. И включаем. Выключаем.